Добрый вечер. Я Ирина Евгеньева. И смотрите сегодня в Информбюро. Закон об игорном бизнесе приняли в Мажилисе парламента. Какие статьи помогут бороться с игроманией? Как это коснется государственных служащих? Не смогут ставить ставки также госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов. Насколько повысили время самозапрета и будет ли работать эта норма? Полицейского осудили за убийство супруги. Какой срок получил старший лейтенант? Он задушил жену проводом и пытался инсценировать ее самоубийство. Почему процесс шел в закрытом формате? Сотни миллиардов. В Генпрокуратуре рассказали, сколько незаконно выведенных из страны средств вернули в Казахстан. О каких объектах идет речь? Некоторые субъекты реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов. И на что направят изъятые деньги? Грядет засуха. Каким регионам уже в июне угрожает жара? Готовы ли к этому аграрии? Нужно именно взять анализ разлива рек. Там, где вот именно река вышла из берегов. Получится ли использовать паводковую воду для орошения полей? Увольнять госслужащих за участие в азартных играх и ставках будут в Казахстане. Сегодня депутаты Мажилиса парламента одобрили во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. Кому еще будет нельзя ставить на спорт и играть в казино, расскажет Арман Сарсенбаев. Поправки закона об игорном бизнесе запретят казахстанцам, вошедшим в единый реестр должников, делать ставки на спорт и проводить время в казино. По мнению разработчиков документа, граждане из списка, а их в республике насчитывается примерно 3,5 миллиона, являются потенциальными клиентами казино и букмекерских организаций. Кроме того, срок самозапрета на участие в азартных играх теперь увеличивается с года до 10 лет. А по словам мажилисмена Ильнура Бисенбаева, лудоманов, занимающих определенные должности, ждет суровое наказание. Не смогут ставить ставки также госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку, сразу будет уволен. Петицию с требованием запретить чиновникам играть в азартные игры и участвовать в пари запустили активисты в конце мая. За несколько дней коллективное обращение набрало свыше 30 тысяч подписей, что и привлекло внимание властей. По мнению исполняющего директора общественного движения, служба народу и походы в казино – это несовместимые понятия. Госслужащие, чиновники проигрывают не свои деньги, к сожалению. Но так ведь они проигрывают деньги бюджета, деньги налогоплательщиков, наши с вами деньги. Одна только проверка в Алматинской области в казино показала, что группа чиновников потратила почти 500 миллионов на ставках. И они, будучи госслужащим, туда приходили. Помимо ограничений на участие, законопроект подразумевает и запрет операторам связи устраивать рассылки сообщений с рекламой азартных игр. А блогеров за продвижение букмекерских контор в социальных сетях будут наказывать штрафами, начинающимися от 200 тысяч тенге. Арман Сарсенбаев, Дидар Жомартулы, Информбюро, Астана. Казахстанский бизнесмен из списка Forbes попал в списки международного розыска. КНБ Кыргызстана подозревает Владимира Джуманбаева в финансировании группировки кыргызстанского авторитета Камчи Асанбека. Транснациональная ОПГ замешана в рэкете, вымогательстве, похищении людей и убийствах как в Кыргызстане, так и за его пределами. По данным следствия, со счетов золотодобывающей компании ВГК, принадлежащей казахстанскому олигарху, ежемесячно переводили группировки Асанбека по 1 миллиону сомов в обмен на покровительство. По данным Forbes, Владимир Джуманбаев занимает 25-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивается в 365 миллионов долларов. Тем временем незаконно выведенные активы на сумму свыше 325 миллиардов тенге вернули в Казахстан. 272 миллиарда из них планируется направить на социально-экономические проекты. Об этом сегодня сообщили в Генеральной прокуратуре. О каких активах идет речь и сколько еще средств могут прятать за рубежом, расскажут наши корреспонденты. По данным Генпрокуратуры, возвращенные активы пойдут во благо казахстанцам. 272 миллиарда намерены направить на социальную и экономическую сферы. Ведь в стране остро не хватает школ, больниц и детских садов. Экономист Ануар Нуртазин считает, важно обратить внимание и на обеспечение казахстанцев жильем. Необходимо создавать экономику предложения, то есть массово строить жилье. Жилище и инфраструктура – это, наверное, та прерогатива, которая должна
обеспечиваться государством. Также государству переданы активы в стране и за рубежом более чем на 50 миллиардов тенге. В их числе стратегические месторождения, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, жилая и коммерческая недвижимость, люксовые автомобили, ювелирные изделия. Кроме того, на сегодня прокуроры анализируют сведения о более чем 1000 объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за границей. Также под их контролем находятся ценные бумаги на сумму в 600 миллиардов тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 триллионов тенге. Некоторые субъекты реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 миллиардов тенге. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест. По данным прокуроров, так называемые лица из реестра будут строить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 миллиардов тенге, услугами которого смогут бесплатно воспользоваться люди с особыми потребностями и из социально уязвимых групп населения. В целом за 2 года государству возвращены активы на сумму 1,7 триллиона тенге. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Информбюро, Актобе. Практика банкротства физических лиц в Казахстане не прижилась, считают эксперты. К началу этого года заявления о признании банкротами подали 80 тысяч человек. При этом процедуру банкротства успешно прошли всего 9 тысяч. Юристы считают, причина в том, что условия слишком жесткие, немало и подводных камней. Каких именно, расскажет моя коллега Анастасия Новикова. Алимхан попросил не раскрывать его личность. Все потому, что в свои 27 он банкрот. Говорит, брал кредиты на покупку техники, оформлял рассрочки и денежные займы. В какой-то момент платить стало сложно, а потом он и вовсе стал безработным. Я обратился к грамотным юристам, мне подсказали, какие документы нужны, помогли мне. Было нелегко, пришлось постараться, чтобы пройти процедуру, но у меня получилось. Но не все желающие стать банкротами могут пройти сложную процедуру. Чаще всего востребована процедура внесудебного банкротства, которая имеет множество подводных камней. Так претендент не должен платить по кредиту в течение целого года. Если за это время были оплачены хотя бы 1000 тенге, получить статус банкрота будет невозможно. Кроме того, по словам юристов, микрофинансовые организации по закону могут в одностороннем порядке делать корректировку в первом кредитном бюро. 12 месяцев. Не должно быть оплат перед всеми кредиторами. Информационная система Базалаб, она смотрит на данные в первом бюро. А из-за того, что микрофинансовая организация так делает корректировки, там количество дней просрочек уменьшается. То есть если было 365, он проходил, то в связи с корректировкой там делается откат и дни могут сокращаться. Кроме того, банкротство осложняется процедурой урегулирования задолженности с заимодателем. Сделать это непросто, говорят юристы. Ты, значит, там просишь какой-то график, непонятно зачем, если ты хотел списать свои долги, да, в чем назначение банкротства. Ты идешь за графиком, просишь какой-то, допустим, график, который тебе удобен. Твою просьбу не замечают, ну, я даже как от лица юристов, которые этим занимаются, что твою просьбу не замечают, как будто ты ни о чем не просил, и говорят свое. Мы тебе там дадим график, но ты принеси, одномоментно заплати 3 платежа, но на той стороне всячески препятствуют, придумывают какие-то вещи, которые нет в законе. Все эти трудности не позволяют проблемным заемщикам вернуться в ряды экономически активных граждан. По словам юристов, нужны послабления, особенно для отдельных категорий заемщиков. Так процедуру банкротства нередко пытаются пройти пенсионеры, которые становятся жертвами мошенников и не могут выплачивать кредиты. В таком случае деньги у них списывают с той карты, куда приходит пенсия. И стать банкротами они не могут. Анастасия Новикова, Дабран Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро. С 1 июля в Казахстане вводят обязательную маркировку и прослеживаемость лекарственных средств. Таким образом, власти намерены бороться с контрафактной продукцией и теневой экономикой. Однако эксперты утверждают, что нововведение приведет к росту цен на препараты и медицинскую продукцию. Елеман Раимбеков с подробностями. Фарминдустрия Казахстана давно нуждается в реформах. Только за прошлый год за нарушение норм законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий составлено 900 протоколов и наложены штрафы на сумму 185 миллионов тенге.
Оборот фальшивых препаратов в стране достигает 12%. Я бы еще добавил, чтобы еще бы помимо этого маркировку ввели на инструменты, маркировку ввели на медицинское оборудование. Маркировка позволит нам лучше прослеживать действие многих препаратов. Осложнения, которые возникают у наших пациентов, которые у нас тоже находятся в большой тени. Многие мировые лекарственные препараты не зарегистрированы в Казахстане, поэтому их ввоз считается контрабандой, рассказывает эксперт Талгат Умаров. А население заказывает их для укрепления здоровья. Казахтелеком говорит, что значительно удорожания не будет, только на 2-3 тенге, это незначительно. Извини меня, когда у нас количество упаковок в Казахстане продаваемых исчисляется больше, чем 1 миллиард 300 миллионов штук в год. Умножаем на 2,4 тенге, получается 7 миллионов долларов. На эту сумму они хотят обогатиться только на лекарствах. Процесс нанесения маркировки будет на заводах и на таможенных складах. Уникальный код хранит информацию о производителях, а также отражает весь путь, который проходит препарат, прежде чем попасть на рынок. Илья Райбеков, Дума Сулейменов, Информбюро. Очередной скандал с дольщиками набирает обороты в Караганде. Люди ждут свои квартиры в девятиэтажке бизнес-класса, но стройка остановилась 8 месяцев назад. Застройщик не идет на контакт с будущими жильцами. Людмила Батюшкина разбиралась. Эти люди вложили сбережения в будущие квартиры в ЖК «Манхэттен» еще на этапе котлована. Консалтинговая компания, которая рекламировала жилье, имела хорошую репутацию. Ранее она продала 5000 квартир, и проблем ни у кого не было. Но в этот раз не повезло. Мы продали квартиру. Сейчас в данный момент я снимаю квартиру с двумя детьми. И ждем уже какой год, второй год. Родители освободили мне квартиру возле школы, так как она возле школы, там она трехкомнатная. Я сейчас в данный момент живу там. И родителям заложила деньги в эту стройку. Пострадали и бизнесмены, в том числе и компания, продавшая людям эти квартиры. Она тоже приобрела у застройщика коммерческое помещение, как и многие другие. Оказывается, есть притязание третьей стороны на эту землю. Он должен был расплатиться в августе, то ли бартером, то ли что, с предыдущим хозяином земли. Хозяин, например, земельного участка в любой момент может отозвать свой договор купли-продажи, аннулировать его, так как расчет полностью не произведен. Тем самым, получается, капитал строй земельного участка своего не будет. А все, что на нем построено, это будет принадлежать или хозяйке, или он должен все это, как сказать, разрушить. Сам застройщик на встречу не пришел и не согласился комментировать ситуацию. По данным консалтинговой компании, у него нет денег на завершение строительства. Все документы на стройку у него в порядке, кроме одного. В настоящее время, по поступившей информации, он привлек средства дольщиков, на это разрешение не имел. На территории города Караганды у нас лишь одна компания имеет разрешение на привлечение денег дольщиков. По словам Даурена Шакенова, сейчас застройщик ищет покупателей на эту незавершенную стройку с условием исполнения всех взятых на себя обязательств перед будущими жильцами. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Засуха в Казахстане начнется уже в июне. В Казгидромете представили неутешительный прогноз. В первый месяц лета жара будет стоять в 9 регионах. Кустанайской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской и Жамбылской областях. Умеренная засушливость прогнозируется в Караганде и 7 регионах. В зоне риска сельское хозяйство. Успела ли наша страна запастись паводковыми водами для орошения и как фермерам застраховать себя от потери урожая, расскажет Екатерина Белоусова. В Минэкологии предупредили о жаркой и засушливой погоде на большей территории Казахстана. Дефицит осадков ожидается на западе и юге страны. По данным Казгидромет, умеренная засуха затронет гораздо большие площади, чем прогнозировалось ранее. Умеренная влажность в июне ожидается в Катонкарагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области, в Бескарагайском районе Абайской области, в Талгарском районе Алматинской области, в Бухаржирауском, Осакаровском районах Карагандинской области, Караганде и на значительной части Павлодарской и Акмолинской области. На остальной территории страны сохранятся условия, близкие к нормальным для этого месяца, отметили синоптики. Недостаток осадков и засушливое лето неминуемо скажутся на урожае. Пригодилась бы паводковая вода, но она просто утекла, и в стране не было ресурсов задержать ее для своих нужд. Воду не спасли, ее просто отвели, и что-то в полях, по сути, испарилось. И сейчас будет очень большая засуха. Это неизбежная картина.
из года в год она повторяется, и то, что мы сейчас видим, это вот большая, по сути, такая проблема экологически-экономическая, потому что она будет связываться именно с потерей урожая. Экологи помимо засухи ожидают большое количество мышкары и саранчи, что также негативно скажется на урожае. Сложной будет ситуация и с животноводством, не исключен дефицит кормов. Создавать водоотводные каналы с накопителями необходимо уже сейчас, считают эксперты. Возобновить проект по восстановлению реки Туран, где по плану воду с Иртыша будут направлять в Аральское море, а также рассмотреть потоки сибирских рек, текущих в Казахстан. Нужно именно взять анализ разлива рек, там, где вот именно река вышла из берегов, посмотреть, что там можно сделать. Это озеленение, это укрепление берегов, это углубительные работы. Очень много процессов, которые нужно сейчас уже делать. В Минсельхозе пока не дают никаких прогнозов, лишь напоминают о добровольном страховании посевов от засухи. Екатерина Белоусова, Информбюро. Полицейские призывают родителей подростков быть бдительными и напоминают, что веселительные заведения, особенно по ночам, не подходящие места для отдыха школьников. За нахождение детей в ресторанах, клубах и на улице в позднее время отвечать придется родителям. С начала года только в Акмолинской области составили более 2000 протоколов. Как уберечь школьников во время каникул от опасных занятий, узнавала Оксана Матасова. За 5 месяцев этого года в Акмолинской области за различные правонарушения задержали 2500 подростков. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях наказали 35 их законных представителей, а на 26 владельцев баров и клубов составили протоколы. Родителям ребят пришлось заплатить штраф в размере 3 МРП, а предпринимателям 10 МРП. В каникулярный период дети предоставлены сами себе. Зачастую родители находятся постоянно на работе. Кто-то не должным образом не смотрит за своими детьми. И дети у нас в нарушении настоящего законодательства совершают правонарушение. Всего в Акмолинской области около 132 тысяч школьников. 345 из них состоят на учете в ювенальной полиции, 470 на внутришкольном учете. В неблагополучных семьях воспитываются 850 ребят. Как заверили чиновники, именно эту категорию в первую очередь обеспечат летним отдыхом. Дети поедут в загородные лагеря и оздоровительные центры, будут ходить в походы и на экскурсии. 80% этой категории детей заняты такими видами деятельности в течение всего лета. 20% ребят данной категории мы планируем трудоустроить. В основном это будут школьники, которые достигли уже этого возраста, 14-15 лет, имеют право, согласно трудовому законодательству, трудоустраиваться. И наша задача, данные ребята, чтобы следующий учебный год начали на таком высоком своем потенциале. Между тем, специалисты говорят, что переходный возраст все дети преодолевают по-разному. Психолог Филипп Кочерин дал несколько советов родителям подростков. Первое – это поддерживать коммуникацию. Как правило, люди начинают отдаляться, это большая ошибка. Ребенок, подросток, он хочет быть включенным в общение, и поэтому создавайте условия, отдыхайте, проводите время вместе офлайн. Ну и самое главное, в общении с подростками помнить, что вы тоже когда-то были детьми. И тогда выстроить доверительные отношения станет намного проще. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область. Продолжаем эфир. В Костанае осудили полицейского за убийство жены. Расправившись с супругой, которая тоже служила в полиции, он попытался инсценировать ее самоубийство. Процесс шел в закрытом режиме по просьбе родных погибшей. Старшего лейтенанта отправили за решетку и лишили звания. Трагедия в семье 25-летнего патрульного инспектора разыгралась осенью прошлого года. Между супругами вспыхнула ссора. Мужчина задушил жену электрическим проводом, отнес тело в гараж и попытался инсценировать суицид. Известно, что пара находилась в процессе развода. У них 2 детей. Суд проходил в закрытом формате, так как в материалах дела раскрывались интимные подробности жизни супругов. Смягчающим обстоятельством суд посчитал аморальное поведение погибшей. Но в чем именно уличили убитую, не сообщается. Тулигена Лажаслана Кайратовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На основании части 1 статьи 49 Уголовного кодекса лишить Тулигенова специального звания –
старшего лейтенанта полиции. В Казахстане растет число ДТП. За 4 месяца произошло более 6 тысяч аварий, тогда как за весь прошлый год около 5 тысяч. По информации МВД, более 160 ДТП в этом году случились из-за плохих дорог. Как доказать, что причиной аварии стали дефекты на дороге и что делать в таких случаях, разбиралась Наргиз Жанабекова. Всего за 4 месяца этого года в стране произошло 164 дорожно-транспортных происшествия по причине плохих дорог. Вот только добиться возмещения ущерба не так просто. Юристы советуют в первую очередь заснять повреждения авто на фото и видео. Выручит автомобилиста и видеорегистратор. Полиция должна приехать, составить протокол, в котором будет отражено, что именно в результате вот этого, да, то есть вот будем говорить, дорога виновата в этом ДТП, а не кто-то еще. Ну и после того, когда у вас такие доказательства имеются, после этого можно обратиться в суд, то есть в гражданском порядке к акимату города. Помимо акимата, отвечать судье придется и организации, которая обслуживает дорогу. Например, в Сатпаеве 9 из 80 километров дорог в плачевном состоянии. В акимате, говорят, уже начат ремонт. Составлен договор на текущий ремонт, то есть ямочный ремонт. Общая квадратура составляет 20 380 квадратных метров. Работы начаты 15 апреля текущего года. Планируется завершить в конце июня. По словам полицейских, помимо качества покрытия, к авариям часто приводит и появление на дорогах домашнего скота и нарушение правил самими водителями. Только в области Улытау с начала года зарегистрировано 45 случаев ДТП. Полицейские даже начали мониторить движение при помощи дрона. На сегодняшний день в области Улытау зафиксировано 45 дорожно-транспортных происшествий. Из них 5 фактов, к сожалению, летальным исходом. Стоит отметить, что область Улытау все же самая безопасная для автомобилистов. Здесь зафиксировано меньше всего аварий по стране, а лидирует в печальном рейтинге Алматы. Всего в этом году в Казахстане в ДТП погибло 542 человека, ранено 7562. Наргиз Жанабекова, Виталий Обрежа, Информбюро, область Улытау. Все больше представителей казахстанской молодежи предпочитают работу со свободным графиком. Таким наблюдением поделились представители Центра карьеры Алматы. Так школьники и студенты выбирают специальности мобилографа и таргетолога. Тем временем рынку труда требуются рабочие кадры. Не начавший думай, а начавший делай. Эта пословица всецело описывает то, как нужно отнестись к выбору профессии. Перед тем, как сдавать ЕНТ и подавать документы в ВУЗ, родителям вместе со старшеклассниками можно изучить рынок труда. Принимая во внимание такие факторы, как демографический рост, мировой тренд по цифровизации услуг, в ближайшей перспективе сохранится потребность в специалистах в сферах образования, медицины, информационных технологий, конечно же, энергетики, также в агропромышленном комплексе. Агропромышленный комплекс нуждается в обновлении кадров, ведь большинство трудящихся в сфере АПК – взрослые люди, говорят отечественные фермеры. Требуются инженеры в разных отраслях. В связи с этим большую поддержку государство намерено оказать выбирающим именно эти профессии. Только по степени бакалавриат на предстоящий учебный год выделяется свыше 78 тысяч грантов. 60% грантов ориентировали на подготовку инженерных кадров. Самое большое количество грантов, инженерные и IT-кадры, да, это у нас как раз-таки информационные технологии, информационная безопасность, электротехника, энергетика, градостроительство. Строить города, копаться в земле и ковыряться в электрощитках, увы, хотят немногие, ведь работа эта требует не только умственную, но и физическую отдачу. Оттого молодые люди не спешат выбирать востребованные профессии. Порой некоторые из них работают и без дипломов. Такие нередко обращаются в центры карьеры. Многие хотят работать именно фрилансерами, хотят работать на себя, не хотят, получается, зависеть от каких-то руководителей. Вот поэтому как бы в сфере вот, креативной индустрии, IT, спрос только будет и расти. Предложений для молодых людей достаточно, уверяют в городском центре карьеры. В числе самых привлекательных такие профессии, как SMM-специалист, таргетолог и мобилограф. Ануар Мангельдинов, Сергей Шуйский, Информбюро. Попавшая в беду ворона вызвала переполох в Кокшетау. Застрявшую на фонарном столбе птицу заметили неравнодушные горожане.
На место происшествия прибыли пожарные областного центра. Чтобы вызволить птицу, развернули целую операцию. Снимать ворону с фонарного столба пришлось с помощью автолестницы. После завершения операции пернатую передали волонтерам.